смотри, иди сюда. Там же есть надписи. Есть, вот, да, смотри, вот. С надписью? А, нет, смотри, только сейчас. А что, ты эту взять? Достать вам? Да. Да, можно посмотреть вот это? Что-то? Шляпку. Ну, посмотрим. Сейчас я надену, не пойду. Ну, тебе надо найти ничего. Спасибо огромное. Спасибо. Я хочу и джинсы, и футболку, и пояс, и кеды. А где Наташа? Нюта! Потеряли Наташу. Наташ, ты куда делась? Нюта, это... Ну что? Давай, давай. Никого выкиси, нет. А чего, чего, покажи. Хочу. Нравится? Да. Возьмешь? Возьму. Все будет как прежде, не будет ночей. Мы меняем одежду, чтобы быть горячее. Да что-то не попадается ничего, странно. Джинсы, ну это, наверное, мужские, если не ошибаюсь. Вообще ничего не попадается. Что такое? Что за день? Я учительница начальных классов. Миссис Глория Штефер Гамбург Зиген to you. Мне несколько очков взять. Вот эти хорошо, да? Они издалека как черные кажутся. Это хорошо. Не почувствовала? Ай-яй-яй. Во-во. Нехорошо. Открытая. Любой да подходит. О, боже, ужас. Ну, знаете, я просто добрая. Даю. Берите все. Кошелек, телефон. Я нашла себе домашние тапочки. С черепом. Я же ходю постоянно. Они очень странные, не такие, как все. А что мне странного? Блин, ну вы не видите? Они блестят. А со сцены они очень хорошо будут смотреться. Если их, если взять поменьше размер, сюда какие-нибудь цепи и белый или какой-нибудь, вот тогда они будут круто смотреться. Да, да. Они, мне кажется, подойдут под все, потому что они... Хамелеон! А какой у тебя там размер? Карточка с собой есть, поэтому нормально. 150 есть? 50 есть? Нет, нет, просто я с собой карту взяла, а ты нет. А здесь покупать надо? Все. Обломить.